Здравствуйте, очередная новинка от компании Becker, серии Becker Plus. И упаковка с текстильным кейсом. Стандартная документация на английском, немецком. Здесь мы видим. Это инструкция по тому, как применять ключ, который должен быть здесь в кармашке. Но я думаю, тут комментарий излишний, поскольку это, как говорится, не для нас. По ножу. Такой вот симпатяга, неплохо смотрится. Отличное дизайнерское решение, клипса, мы часто это видим, шпинек клипса, осевой узел в виде винтов, делается в один цвет, и если это смотрится с цветом клинка и корпуса, то, как всегда, приятно глазу. Шпинек под правую руку, левшей здесь обделили, темлячное отверстие просторное, бэкспейсера нету, две бонки, и также в цвет. Давайте называть его бирюзовым, наверное. Достаточно увесистый, поскольку здесь нержавейка, я так полагаю, с обработкой в сером цвете по типу Bad Blast, наверное. Вес его, соответственно, 134 грамма. В осевом узле, давайте посмотрим, как он извлекается. Неплохо. Видимо, подшипники. Спуски прямые, дроп-поинт высокие, сталь здесь D2, где она маркируется, где маркировка стали, сейчас я посмотрю не в камеру и попробую найти, здесь у нас номер 0013, это никак не связано с артикулом, все, прошу прощения, сразу видим фреймлок и вот здесь маркировка железки. Фреймлок. Дополнительную пластину он здесь не содержит. Обычно в ножах немножко подороже она имеется, которая непосредственно соприкасается со сталью. Чаще всего, конечно, это порошок. Сколько здесь D2 пластины нет. Неплохая 3D-обработка. И вырезы в руке достаточно комфортен. И одной рукой извлекается как неплохо. Ассиста нету, динамика естественная, клинок достаточно такой же увесистый и вылетает из корпуса неплохо. Спуски прямые, повторюсь, сведен порядка 0,4, не толще точно. Но мерить не будем, время, как говорится, тратить на этот элемент не будем. Так вот он выглядит. Характеристики перечислим и, наверное, закончим. 192 мм общая длина, 85 клинок, 3,4 по обуху, в сложном состоянии 107. И оно, собственно говоря, сопряжено, эта длина сопряжена с длиной рукояти. Сталь D2. D2 у нас 58-60 по Rockwell, прямые спуски, обработка сатин. Дроп-поинт, шпинек под правую руку, фреймлок и вес, повторюсь, 174 грамма. Всем спасибо, движемся дальше. Неплохие сумки они стали комплектовать. Лично мне такая сумка бы, наверное, не помешала, вне зависимости от того, какой нож. Все, всем спасибо, пока-пока.